Здравствуйте, сегодня мы с вами свяжем вот такие полосы по диагонали. Для образца набираем количество петель, кратное 3, плюс 2 кромочные петли. Раппорт узора состоит из 6 рядов. Все изнаночные ряды будем вязать изнаночными петлями, первый ряд узора. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми, в изнаночных рядах кромочные вяжем изнаночными. Вяжем кромочную лицевую, далее еще одна лицевая. Затем делаем накид и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Затем вяжем 1 лицевую. Далее повторяем то же самое. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая. И так вяжем до конца ряда. Накид, 2 петли вместе, 1 лицевая. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая. Накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 2 петли вместе и лицевая. Затем будем вязать второй ряд. Второй ряд все изнаночные петли. Накиды тоже провязываем изнаночными. Вяжем третий ряд узора. Первую провязываем лицевой, затем еще 2 лицевые. 1, 2. Далее делаем накид. Всего мы провязали 3 лицевых вместе с кромочной. Далее делаем накид и провязываем 2 лицевые вместе с наклоном влево. 1 лицевая. И так вяжем до конца ряда. Накид. 2 вместе лицевыми с наклоном влево. 1 лицевая. Накид. 2 вместе лицевые, лицевая 1, накид, 2 вместе лицевые, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевые, 1 лицевая. В конце ряда у нас осталось 2 петли, их мы тоже провязываем лицевыми петлями 1 и кромочная 2. Четвертый ряд вяжем все изнаночные петли. Пятый ряд узора. Провязываем кромочную лицевой. Далее делаем накид и вяжем 2 лицевые вместе с наклоном влево. Затем 1 лицевая. И так вяжем до конца ряда. Накид, 2 лицевых с наклоном влево, 1 лицевая. Накид, 2 лицевых вместе с наклоном влево, 1 лицевая. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая. Чтобы нам было удобнее запомнить, там, где у нас был накид, ту петлю всегда провязываем лицевой. Накид, 2 петли вместе, лицевая. Накид, 2 петли вместе и в конце ряда 2 лицевые. Шестой ряд вяжем все изнаночные петли. Провязав шестой ряд, мы связали весь раппорт узора. Седьмой ряд начинаем с первого. Вот такая ажурная сетка по диагонали у нас получилась.